Всем привет! Мы на канале Стеша Шоу и Сань Шоу. Мы уезжаем обратно в Ханты-Мансийск с Турции. Мы сейчас были в Duty Free, купили вот такой необычный Skittles. M&M's с вентилятором. Что сначала откроем? M&M's, давай. Так, здесь вентилятор. Там какие-то фонарики, да? Сидит M&M's желтый. Давай сейчас откроем сам M&M's. Так, как его открыть? Ага, снизу. Снизу он открывается. Вот и все. Здесь такая маленькая пачечка. Сейчас мы туда засыпем. Открой, открой. Давай засыпем. Там больше нет. А, еще две конфетки. Давай достанем. Yes. Готово. Так, это мы выкинем. И смотри. Вот так. Открыл. Держи конфетку. Давай попробуем. С M&M'сом мы закончили. Давай мы сторонку. Давай откроем Skittles. Skittles. У меня один вопрос, его снизу или как сверху открывать? Снизу, ой, сверху. Ты уверена? Да. Вот здесь, да? Да. Так, я нашла, где открывать. Вот здесь, да. Так. Там они пакетики. Так сколько скидывался, да? Да. Наверное, как большая пачка. Красная. Будем... Даже в самолете есть. Ага. Вот так. На самолет нам хватит, да? Ага. Высыпем их тоже. Ага. Детям всем раздадим в самолет. Да. Да. И русским мне русским. А с нами только русским мне дети. А, ну да. Со скидывалсом мы тоже закончили. Ставь лайк и подписывайся на канал Стеша Шоу и Сань Шоу. Пока!